Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении украинского предпринимателя Геннадия Балашова. Он подозревается в публичных призывах к экстремизму, подстрекательстве к убийству двух и более лиц, совершенных по мотивам политической и национальной ненависти или вражды. По мнению следствия, 10 марта этого года Геннадий Балашов, выступая на площади в Киеве, публично призывал к убийству российских граждан как в Крыму, так и на территории Украины. В ближайшее время Балашову заочно будет предъявлено обвинение, он будет объявлен в международный розыск. Кроме того, следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу. Следственный комитет совместно с другими правоохранительными органами России намерен жестко защищать российских граждан на территории Крыма и Украины в рамках российского международного права и привлекать к уголовной ответственности любого, кто совершает преступления в отношении российских граждан или подстрекает к таковым. И никакие крупные банковские счета, ни оголтелое русофобство не поможет ни Балашову, ни другим подобным деятелям уйти от уголовной ответственности. Рано или поздно им, так же, как и многим членам УНАУНСО, придется ответить перед российским правосудием. Это никакая не политика, а всего лишь реакция Следственного комитета на уголовно наказуемые деяния, которые предусмотрены не только Уголовным кодексом Российской Федерации, но и нормами международного права.